С 1 января действует новая система налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Она основывается на принципе социальной справедливости. Чем больше доходы, тем больше и налоги. В Бендерах на упрощенку должны перейти около 1400 индивидуальных предпринимателей. Больше половины из них сделали это до Нового года. Налоговая – последний рабочий день перед Новым годом. Предприниматели переходят на новую систему налогообложения. Марта сдает автомобили в аренду. С 1 января по патенту уже работать нельзя. И чтобы не останавливать бизнес, написала заявление на упрощенку. Мы решила перейти на упрощенную систему, чтобы мне было легче работать. И вы уже приобрели онлайн-кассу? Еще нет, я только вот хочу. Я еще немножко не включилась в систему, но я постараюсь все успеть до Нового года. До Нового года в Приднестровье успели перейти на упрощенку более 4500 предпринимателей. Очередей в налоговой в последний день 2022 года не было, не то что среди недели. Люди, конечно, затянули, а сейчас большой ажиотаж был. Неделя была у нас, конечно, такая трудная, до 100 человек мы принимали в день. Все равно все надеялись, но я так понимаю, что еще 10% не перешли на упрощенную систему. 3, 4 и 5 января налоговики работали. Дежурные дни сделали для того, чтобы предприниматели даже в новогодние каникулы смогли продолжить переход на упрощенную систему налогообложения. По новой системе предприниматели будут платить 3% с оборота. Поправки в закон приняли в конце сентября. Времени на переход было 3 месяца. Тогда не торопились. Последние недели декабря в налоговых аврал. С января переход на упрощенку продолжается. Налоговые работают в обычном режиме. Наталья Сучкова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.